Привет всем, друзья! В этом видео покажу и расскажу, как очень легко заточить цепь на бензопиле своими руками, не снимая ее с шины. Для начала продемонстрирую, как пилит пила. Пилит очень тяжело, не как хотелось бы, но все равно это бревно я отпилю. С горем пополам отпилил. Для начала цепь нужно натянуть. Для этого на шине нужно ослабить две гайки. Плоской отверткой регулировочный болт надо немного подкрутить. Таким образом цепь натянется. Ослабленные гайки затянуть. На каждом зубе имеются лазерные насечки, которые указывают предел износа режущей части и зуба ограничения реза. Он находится рядом. Для заточки цепи понадобится шуруповерт, круглый напильник или алмазная шлифовальная головка. Я купил комплект, а не под разные цепи, от большого до малого зуба. Шлифовальную головку нужно подобрать по размеру. В моем случае подойдет только самая маленькая. Напильник и шлифовальная головка одинакового размера. Для начала покажу, как производить заточку круглым напильником. Его обратной стороной надо вставить патрон шуруповерта. Напильник нужно положить в ямку режущей части зуба, ни в коем случае не нарушая уже заточенный угол. Теперь остается дело техники – включить шуруповерт и таким образом заточить все зубья с двух сторон. Так как у меня есть шлифовальная алмазная головка, я ее поставлю патрон шуруповерта и продолжу заточку цепи уже ей. Многие зубья очень сильно затупились и приходится немного потрудиться. Теперь обязательно понадобится линейка. По ней будет видно, выпирает ли зуб ограничение реза или нет. В моем случае выпирает. Обязательно эти зубья нужно подточить. Расстояние от зуба до линейки должен составлять 0,6-0,8 мм. Со временем у вас рука набьется, и вы сможете затачивать цепь под нужным углом, уже с двух сторон шины. Не прошло много времени, цепь я наточил. Сейчас проверим, как она пилит. Бревно отпилил, как ножом, сыр с маслом. Таким нехитрым образом я заточил цепь и сэкономил уйму денег. Кому такая хитрость заточки была интересна, оцените лайком, не забудьте подписаться. Всем удачи и пока!